В условиях закрытых границ занятия по вейксерфингу стремительно набирают свою популярность. Желание встать на доску и покорить волну посещает все большее количество людей. Со стороны это выглядит так. Стоя на доске для серфинга без креплений, райдер следует за катером-буксировщиком, который образует волны до 1,5 метра. Новомодное занятие пришлось по вкусу не только детям, но и взрослым, среди которых уже появились настоящие спортсмены. Последние 10 лет в Москве проходят этапы различных международных соревнований. В стартах нередко принимают участие лучшие райдеры России, США, Казахстана, Японии, Белоруссии и других стран. Начинает свою программу Георгий Маркарян. Вот, видимо, сейчас общие планы. Безумно красиво закрутил он себя, не знаю, всех нас за волной. Вижу я большое количество трюков. Сделал он алиуп 720. Сделает пикспин. Георгий Маркарян, пожалуйста. До этого был шов-ин, шов-аут. Сейчас свич-пик. Почувствовать себя Посейдоном и покорить волну может каждый. Хорошие воспоминания и шквал положительных эмоций гарантирован. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».